I do. Шесть месяцев спустя, 30 июля 2013 год. Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем играть в Resident Evil 6. Наших героев поймали. Я остановился на том, что разглядывал прелести Шерри. Потому что на Джейка идеалыч. Идеальный человек, тут не на что смотреть. Он идеален во всем. Вот сейчас он покажет свою идеальную даже подготовку. Хотя, не останавливайся. Не извини, ребята. Пора идти. Карате. Хорош. Да-да-да, такие. Парень, брося квадратика. Так, поменять руку. Сейчас мы... Смотрите. Я опять смотрю на физику груди. У Шерри она не столь шикарна, как у остальных, но тоже неплохая. Кстати, да-да-да, камера вниз не прок... Не, она в трусиках. Она даже не в трусах, она каких-то там... как оно называется-то, блин? Черт побери, как это, блин, сказать? В стерильных трусах нет. В специальных. Такая, о нет, извращенец! Куда она делась? Я хотел ее дубинкой отдубинить. Сейчас я тебя найду. Гайджин сраный. Гайджинка. Гайджинка, блин, давай. Шерри, давай, ты справишься. Опа. Мужик-то крепкий. И в сраку ему. Чтоб наверняка. Парень, на что ты, блин, рассчитываешь? Ау. Не смог ее так победить, а с дубинкой. Ух ты ж, блин, вот это геймплей. Просто вот это геймплей. Я не буду лезть в драку, пока не найду Джейка. Им с места задержать сбежали два экспериментальных объекта. Они не должны покинуть комплекс. Разрешается применять огнестрельное оружие. Повторяю. Если мест задержания сбежали два экспериментальных объекта, они не должны покинуть объект. Разрешается применение огнестрельного оружия. Да, что-то в этом духе. Джейк, ты все еще жив. Так, не отвлекайте от меня от геймплея. Меня, конечно, за это забанят, интересно, нет? Не, ну тут цензура-то закрыта, я не смотрю на них. Если мои глаза... У меня, конечно же, нету тут Kinect, чтобы фиксировать. Или какой там был специальный предмет, который фиксирует, куда мои глаза смотрят. Но вот это геймплей. Чем шестая часть мне не понравилась? Все отлично, тут прям два самых главных эти, не, там больше, там четыре. Там был босс, у которого прям четыре самых классных этих, как оно называется, аргумента. Так, а как, чё, я не знаю, удерживайте, подготовка атаки, долгие удержания, бла-бла-бла. Так, хоп, вот, подожди, а, вот так вот. Она, кстати, немного подергивается. Очень странно.
Так, так, у нас тут это извращенец. Так, сейчас. У-у-у. Вот это я понимаю. Не сальтуха, но нормалюха. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы успели? На паузу ставьте. Так, ладно. Харе извращениями заниматься. Тут кто-то еще, еще один появился. Парень! Не глазей по сторонам. Так, Ю, да? Что мне это дает? Вот Кью. Туда вниз надо, походу. Прикольно, у нее, кстати, кубики. Ну, не в плане то, что у нее кубики, вот присуха такая, что кубики, кубики. Они тревогу могут поднять, я так понял. И это у меня что-то вроде стелсухи, братухи. Так, походу сюда не... Блин. Просто шикарно. Давай-давай-давай. Не лапай ее. У, на паузу поставили. Слышь, парень. Так, куки, Шерри, не в ту сторону воюешь. А, блин. Прицеливание, как не знаю, откуда. Воу-воу-воу, а там чё как блочить, а? Это ёпы, ты почему, почему? О, это что-то новенькое. Кто-то меня спалил. О, не-не-не-не-не, ребят. Бежим. Мне сюда. Наверное. Да, вон 21 метр. 22. Ага. Так, так. Назад. Пробел назад. А что вас всех извращенцев? Слышь, паскуда. Ну же гниды, блин, на одну девушку набросились толпой. И опять они валят. Да сколько вас, ублюдков? Меня они еще не застрелили. И еще и пялится, небось. Да, она в трусах. Ни аптечек, ничего. И целая толпа. А, то есть он сейчас еще мутирует. Еще и в толстяка бронированного. Давай. Просто, мать вашу, охренеть, как классно. И как мне его сейчас одолеть?
Нет, нормально. Хорош. Оу-оу-оу-оу. Так, походу он все, да? Давай аптечку мне, паскуды, блин. Так, они же уйдут, да? Я же не просто так тут спрятался. Один кубик остался. Я новичок! Это, давайте жить дружно, а? Что это, блин, такое? Ну, капком, блин. Я только сказал, два аргумента классных. Какие, черту, два аргумента классных, когда тут, сука, блин, опять стелс-миссия? Зачем? В четвертой части я еще понимаю, это не криво, есть смысл. Так, куда он ушел? Все, сдох. Не, ну вы поняли? Они теперь будут постоянно оттуда появляться. Вы издеваетесь, да? Капком. Ну вот что это такое? Они там оттуда будут постоянно появляться, я понял, капком. Аптечек нет, а толку вот, ну они там постоянно появляются. Что, что это? Это должно значить. Блин, только сказал, вот все хорошо было до этого. Но стелс-миссии просто хочется материться от этого. Зачем? Для чего? Что, ну, сладкая пилюля. Смотри назад, Шерри, парень. Вот они оттуда постоянно вылазят. И надо и наоборот спрятаться, чтобы они ушли. Вот опять он появился. А, надо посмотреть, как он пароль тут будет делать. Я понял, я понял. Они специально для того, чтобы он показал пароль, наверное. Так, окей. Я ж не знаю пароль. Давай, парень, покажи мне пароль. Я ж правильно догадался или нет? А ну-ка. Не, я, наверное, не тот ящик выбрал, потому что он сейчас станет таким образом, что я не увижу пароль. Ага. Кружок, квадратик и какой-то другой кружок. Блин. Вау! Так, расслабимся. Расслабимся. Полюбуемся на эту физику. Они же дверь больше не будут открывать, надеюсь. Просто, мать его, классно. Я вот что вам скажу. Это, как вот эта вот девушка, это просто охуенно.
Так, ну я понял, его убили. Теперь я могу к этому подкрасться и убить его. Хорош, давай, давай. Мочи его. Так, пацаны, пароль покажете? Он сам промахнулся. Ну можно тупо наугад. Тут явно другой, наверное, пароль. Можно попробовать. Да блин. А нет, одинаковый. Лол. Хорошо. Наконец-то, блин. Надеюсь, сейчас этот чертов... богоподобный стелс закончится. Пожалуйста. Пожалуйста, закончится этот богоподобный стелс. Так. Ага, мы присели. Угу. А, ждем здесь этого... Джейка. Хоба. Такой... Джейк! О, да-да. О, нет, не смотри. Да что ты стесняешься? У тебя все хорошо, Шерин, не парься. Чисто случайно. Да-да-да-да. Куда мы попали? Где мы? В Китай. Довольно очевидно, но куда именно? И почему? Не знаю, мне плевать. Умай, умай. О, да черт побери! Но мне надоело быть подопытным кроликом. Что они с тобой делали? Разные. Они что-то говорили про использование моих антител для улучшения К-вируса. О нет. А что еще говорили? У тебя хорошая попка. Ты знаешь что-нибудь об Альберте Уэскере? Что? Не притворяйся. Я так понимаю, что знаешь. Они говорили про него. Много говорили. Вроде как у него были антитела, способные сопротивляться с любым вирусом. Справиться. Но он как-то неправильно использовал свой дар и превратился в чудовище. А я-то думал, что мой дорогой папаша был просто подонком, который нас бросил. Выходит, что на самом деле он был психом, которому почти удалось уничтожить мир. То, что сделал твой отец, не имеет отношения к тебе. Да он его имеет, и тогда он и его кровь во мне, по которой я здесь. Ты серьезно считаешь, что это безумие не предел по наследству передается? У нас... Черт побери, я не актер дубляжа тому, кем я стал. Читайте субтитры, все не так вещи, что я делал. Все те вещи, что я делал, по крайней мере, теперь я понимаю, в чем причина. Перчаточки не забыл. Утешь его, Шерри.
Скажи, какой у него охуенный шрам. Что? Можешь винить своего отца сколько тебе угодно, но в какой-то момент придется взять ответственность за свой поступок. Я думал, взять ответственность имеет в виду она от кое-что другое. Так, окей, хватит намеков. Такой, сейчас удар еще раз. Хорош. Так тебе шкафчик сраный. Черт побери, шкаф гребаный. Нужно сообщить командованию, что я в порядке. Но сначала надо найти способ с ними связаться. Так, а про шарфик она, конечно, не забыла. Прям очень важно. И важно спрятаться. Ко мне, Джейк, спрячемся вместе. Черт побери. Так, аптечечка есть. Подождите. А, я уже поставил. Так, единичка. Оп. Хорошо. Не, подождите, у меня же может быть аптечка. А, нет, у меня аптечка. Зато динамита мне навалили прям с лихвой. Таблеточки оставим. Хотя парочку бахнем. Ментоловые. Зачем перезаряжать? Ну, не перезаряжать. Как его? В боевую готовность переключать пистолет каждый раз. Так, мы где-то... Мы где, блин, под водой? Да нет. Мы в лесу где-то. Так, надо бы это... Как? А вот единичка. Вы лазьте, я знаю, что вы там. А, вы сверху. А нам... Нам на низ. Ну просто шикарно. Он сразу же мутировал. А, без ключа не пройти. Понятно. Личный жетон. Похоже, это медальон. А, я думал, это Джейк. Ах ты крыса, блин. Он взял, притворился, что он Джейк. Я думал, возле меня Джейк ходит. Наверное, их нанимают вообще где-то там. Воу-воу-воу, пацан. Пацан, я не хотел тебя обижать. Ты классный скорпион. Херновый ты скорпион, если честно. Так, походу у меня туда вниз не пройти. Нужны жетоны. Патронов бы еще немного. Пацаны, подождите. Я должен патронов, патроны найти. У Джейк, тут у меня жетон. Хорошо. Прячемся, Джейк. Залазь. Ты чё там стоишь? Залазь, Джейк. Вот же ж. А, тут, наверное, если я за Джейка играю, вот здесь вот он надо будет прятаться ему. Наверное, я предполагаю, если бы мы играли за Джейка. Опа. Это ваза. А, ну почти ваза. Мне патроны нужны, а не гранаты. Какая к черту граната? Так, ну ладно, ладно, я... О. Так, я ж... Джи это пистолет. Слонобой, винтовка. Ну, снайперские винтовки много. Хорош. Она в крови, черт побери. Надеюсь, это кетчуп. Шерри, ты ранена. Да, блин. Все, и спина не будет болеть. Делайте это упражнение, и спина у вас не будет болеть. Китайская, черт побери, мудрость. Фарфора много, да? Ага. Мрамор, тут перекрыто, что ли? Наверное, перекрыто там диванчиком каким-то. Классная картина, кстати. Бежим, бежим, а ну-ка. Во, она в бриджах. Вылазь.
А харе мутировать, ублюдки. Это что у него там? Две пчелы на плечах? Лол. Прикольно. Ну, тварь. Ну, паскуда. Так, еще один ключ. А, стоп, проход здесь? А там что за дверь тогда была? А ну-ка. Давай, Шерри в бриджах, которые даже лучше, чем штанишки, облегают. Ай-яй-яй-яй. Так, я не понял, а стол перевернуть? Это что, блин, такое? А вылазь и умри. Сидит там, ждет море погоды. Опыт, зачем мне патроны нужны? Реально, блин, патронов. Чтоб вас патроны, топ, 5 опыт. Блин, о, патроны. Патроны, конечно, к винтовке. Ну да. К чему еще могут быть патроны, а? Так, какой-то лифт или проход, который надо будет потом тоже открыть. Не, ну вы поняли? Просто наваливают опыт. Вот опыт, 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 опыт. Шикарно. У-ху! Патроны. Ах ты гнида. Там какие-то патроны лежат. На, блин. Пистолет. Хорош, Эшли. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, пацаны. Пацаны... Ребята, на, блин. Они тут через отверстие прыгали. Динамит, да подавитесь этим динамитом, а? Ну, так, не понял, что это оно переключилось само по себе. Что-то залипло, какая-то кнопка залипла. Бежим, бежим. Патроны. Они тут никак не подсвечивались. Ага. Они патроны, блин, в вазах прятали еще. Я где-то видел такие еще вазы. Или не видел. А тут динамит. Ну да. Куда без динамита? Вот что у меня делать? 8 гранат, 8 динамита. Больше, больше сраного динамита. И опыт. Какой-то странный опыт. Как
Так, чтобы построить такую здоровую штуку, наверное, уйма денег нужно. Это точно, я кроме своей паршивой комнатушки, в которой меня посадили, ничего не видел. А, там где этот... Ага, спрыгнуть тут нельзя. Какие-то босс-файты, а у меня тут патронов сгулькино. Зато динамита навалили, ух. От души навалили динамита. Так, у нас тут опыт и этот. Ну, надо как-то открыть. Но открыть я не могу. Ага. Тут даже он какой-то золотой. Ну, это позолоченное или золотое, интересно? Так, а патронов что? Вообще один опыт только был. Ага, нельзя сразу взорвать. Ну так и чё там, взрываться будем? А, все, он сдох. Ну, по крайней мере, тут динамит очень хорошо походит. Пропастите. Использовать против вот этих тварей. Так, тут что-то у нас. Я не могу это прочесть. Похоже, сюда нужно что-то вставить. Эта надпись наверняка сможет прочесть Джейк. Так, Джейк, ну так и иди сюда. Ты чё, давай. Три медальона для Запада. И тут говорится, что для прохода на восток нужно 10 медальонов. А, супер. У меня 5 есть, и у меня 6 есть. Так, окей. Какая-то лотерея. Теперь надо только найти остальные. Еще 4. Да. А ну-ка. Прикольно. Начинается смертельный поединок. Mortal Kombat! Ну, я не буду там и все в этом духе. Такой хреновый ты этот мелодию напел. Открывайте двери, паскуды. Ну расскажи, чем ты составляла заставляла? Чем только не заставляли. Они пытались изучить сидящих во мне вирус. То же самое, что со мной делали после Raccoon City. Было так же мерзко, как и тогда. Черт, извини. Да не переживай. Вызываю подкрепление. Вылазите, паскуды. О, трава. Зашибись. А это прятаться для чего? О, еще медальон. Вы постреляйте в щит. Стреляйте в щит. Там что-то еще. О! Подожди. Хорош. Вот это я понимаю, Шерри. Вот это кайф. Вот не то, что, блин, этот стелс. Воу, у вас тут... Опа! Так, не стреляйте в меня, у меня тут это... Акробатические номера. А ты какого хрена вернулся? Так, борьба двух инвалидов. У меня закончилась стамина. Вручную тебя убью, паскуда. Патроны. Я готов. Открывай шампанское, Джек. Я тут завалил... Воу, это кто? Кто-то наверху еще был. Ой,
Это какой-то генерал. Синьцзяомань. Не знаю. Эксперты в истории скажут, что это за генерал. Да-да-да. Мутируй, сука, в двух пчел. Там дверь закрылась. Хе-хе. Прям в полете его. Двоих сразу же. А после себя вот еще два жетона. О, за барную стойку. Что у нас тут? Ничего. А не, подождите, подождите. Тут что-то, что-то, что было. А, музыка, музыка, наверное. А ну, Шерри Слабызай. Опа. Такой, типа, сгодится, забирай, пошла отсюда. Такой, лишь бы не слышать твое музыкальное выступление. Вали отсюда. Так, ну я 3 использовал и 7. Все вроде как. Воу-воу, оно даже не сломалось. О, там что-то есть. Алло, аптечка? А нет, еще один жетон. А то получается 11. О! Смотри, Джейк, что у меня тут? Точнее, что я нашел? А, ну не полностью это. Купаемся. О, тут жетон есть. Ну, значит, не зря она раскрячилась. Джейк, ты там что-то нашел? Такой, только твою попу. Что-то еще есть тут? А, ну кроме вот этого. Все. А, подождите, там в этом... Тут что было? А, прям под ним был. А, ну это вот мы вернулись с ТП. Тут что-то есть. Вон оно. Как я... Это надо сломать. Стол сломать. А, блин. Нет. Хорош. Хорош. Так, пацаны, держите пока. А, тут люстру можно было сбросить. Тут еще одна есть? Не, нет. Так, никакой мутации. И, о, вот для ястреба. Хорош. Можно вроде как, я думаю, взрывчаткой взорвать. А, вот так вот можно подобрать. Все. Пусто. 11, еще 3, 15 походу. Все же еще один где-то должен быть. Я думаю, все же 15 надо, чтобы вот эти ворота открыть. Хотя, опять-таки, не уверен на все 100. Ну, если я 3 кинул, у меня 11. Теоретически, оно должно быть... Должно быть 15. Но... Я вряд ли найду еще один, наверное. Прикольно. Бык, а на нем еще и жабы какие-то. Что-то в это... Я в китайской мифологии. Что-то про китайскую мифологию.
А у меня места нет. А почему места нет? А потому что у меня динамита дофига и трошки. Таблеточка, еще одна таблеточка. Ага, во. Так, 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 так. Ага, места больше нет. 12 штук максимум. Тут, ну, а нет, нельзя забраться. Может быть, где-то еще есть? А, ну надо вернуться обратно, вот эта дверь там была сверху, наверное, где-то там сверху должно быть. Это ж второй этаж, или тут первый, нет, второй вроде как. Она вроде тут дверь, да? Ключи. Хрен с два. Стоп, а не, ключи вот есть. Жетон. 15. Нет, оно не открывается. Ну, вот у меня 15 жетонов. Вроде как должно хватить, чтобы те ворота тоже открыть, наверное, золотые. Или они открываются как-то по-другому. Все, хватит тогда. 12 это вообще уже перебор. Если те ворота не откроются, это значит, надо они по-другому открываются. А ну-ка сразу отсюда. А, нельзя. И самое главное, мы сейчас это будем кидать по одной монеточке, блин. Нет, чтобы сразу все. Вот тот, почему нету такой фишки? Так, а ну-ка, если зажать. Нет, ничего не помогает. Не зажать, ничего. Оно просто по одной кидает. Надо просто пробелом тыкать. Вот. Просто запишу, как я этот пробел адский, сука, тыкаю, чтобы закинуть. Да-да, открывается. Мне насрать, я буду дальше в пробел тыкать. Я все 15 сраных этих... монет кину. По одной. Давай, давай. И сраная золотая голова. Открывай мне тут ворота. Там вон автомат. Паскуда, открой. Откройте. Сучары. Но мне походу вот в эти двери. Но они не откроются. Мне по-любому надо еще жетоны, да? Так, а чё там? Чё там задание? Найдите систему связи. Ну, понятно. Сейчас глянем, жетоны будут, дверь закроется, не закроется. Давай, Джек, валим. Беги, Джек. Джек, которым управляет Шерри, беги. Ну да, вот связь. А просто комната связи. Значит, мы вернемся, по идее. Что это такое? Данные об экспериментах над тобой есть. Такой, блин. Поехали. Хей. Итак, все у нас. Вообще-то, почему бы тебе не позвонить начальнику? Это я, Шерри Беркин, Биркин. Да, он в порядке. Мы были в плену. Комплекс Китая. Правда? Отлично. Высылай точные координаты. Прям вот он. Они уже здесь, в Китае. Все кончено. Мы спасены. Аллилуйя. Ты готова? Да. Давай убираться отсюда. И, конечно же, ни хрена. Так.
Камера наблюдения. Что камеры наблюдения нам показывают? Что видите? Это что-то снаружи, вот эта камера. И тут больше ничего нет. Идем, эти ребята не очень-то разговорчивые. О, эти опять восстановились. А, я думаю, это кто-то бьет, чтобы вызвать подкрепление. Так шо, где кто? Так, это тут или там стреляют оттуда? Видите, я пистолетовую винтовку достал, и он достал. Вау! Щит! Вау! О, черт, бежим! А куда бежим? Куда? Он тупо выстрелил, блин, прямо сюда. Так, он взорвал. А, я думал, она умерла. А сдохни ты! И ты тоже сдохни, сука, только перезаряжусь. Куда он там стреляет? А, он во врагов стреляет. Шерик, this way! А, он сюда стреляет. Это его вообще можно уничтожить, интересно? Чё там? Выбирайтесь из здания. Ну, то есть им вообще пофиг. А, стоп. Я понимаю. А как ворота открыть, где автомат достать? Алло. А их тут уже и нет. Я шо сказал? Как только туда 15 штук я закинул. Ай, блин. В чем проблема? А, я должен... Я понял. Мне он должен помочь забраться. Давай, лови меня. Быстрее! Да не смотри ты туда. Давай. Автомат я получил? Нет, я не получил автомат. Я где-то, как обычно, просрал одну или там, не знаю, сколько этих медалек. А, ну шикарно. И надо сейчас от танка бежать, я так понял. Хорош. А, он еще и стрелять будет, да? Ха-ха! Меня задавили! Хотя я побежал направо сразу, как только пушку увидел. Ладно.
С кем не бывает? Ну, попал под танковый выстрел фугасный. Ну, упал. Jesus Christ! Да чтоб тебя! Я сразу, потому что рука, ну, не в ту сторону смотрит. И я просрал автомат. Ну, ладно. Ладно, капком. Ладно. Сколько там? Я так думаю, там надо было... Я прям в этот, в интернет залезу и гляну, сколько этих сраных... На тебе, блин... А, там нога защищена все же. Сколько там этих сраных? Вот если будет написано 16, я охренею просто. Потому что у меня было 15. Я вполне возможно где-то просрал одну единственную, один единственный жетон. Но это будет просто... Опа. Все, валим отсюда. Бежим, Джек, бежим просто. Ты там как, Джек? В порядке? А, во-во-во. Воу. И чё? Чё дальше? А он тут всё нафиг. Проклятие, что нам дальше? А, во. Я смогу использовать эту статую, если повернуть ее правильным... Правильно. Так я и вроде и врубил. А где-то тут боеприпасы были. Ай, меня чуть-чуть зацепило. Так, еще чуть-чуть. Спасибо за открытый проход, он сказал. Держи крепче. Какой байк? Подожди, подожди меня. Я не могу спрыгнуть. Так, что дальше? А, то есть я траву просрал, но на байк мы сели. Окей, я просто просрал за этот момент все. Да-да-да-да. Еще так как Нео вместе с этой... Блин, как ее? Ой. Ой, забыл, как ее там зовут. Короче, белым кроликом, блин. Как же ее звали-то? Нео и... блин. Забыл. Уже честно забыл. Эта карта просто... Это миссия просто пипец. Даже точность 5-5, все 5, это все говно. Ранг С. Да, ранг С за такой. Так, я понял. Что там, 18 тысяч. Но огневую 75 тысяч я хочу взять, и все. Больше ничего интересного нет. Для арбалета, если только для ады взять.
Хорош. Без шлема. Yes. Да, мы в порядке. Right. Поняла. Я все сделаю. Скоро будем на месте. Что он сказал? Дал мне координаты места встречи. Это недалеко. Отлично. Воу, Апач? А, не-не-не, не Апач, бру. Держись! Да, прям... Ну, хотя вроде похож на Апач. А, ну и гнать. Он хочет нас сбить. Спасибо, я не глухой. Черт знает, как мы выберемся на этот раз. Уйдите от преследования. Вертолетного преследования. Ты вообще попадаю, у меня в прицел аж нет. У меня все равно бесконечные патроны. Держись за меня. Мотоцикл не развалился? О, нет, Джейк! Этот... Воу! Уничтожьте всех врагов! Вау! Да-да-да! Стреляй в этой штуке! Давайте, можно я поуправляю? Не, нельзя. У меня уже все болит. Задница. В следующий раз угоним лимузин. А сдохни ты! Хоть в кого-нибудь попаду без прицела. Давай-давай, Джек, газуй! Байкерская, черт, дорога ярости, блин, моей, черт побери, ярости. Хрен знает, попадаю хоть куда-нибудь. Нормально, машины лучше, чем я. Ну, преграда лучше справляется, чем я со стрельбой. Так. Это, блин, что такое? Это, черт побери, отсылка к матрице. Оу! Ах ты, сукин, твою мать. Держись. Я больше не могу. Можешь. Ты можешь. Сделай это сегодня. Не делай... То, что ты можешь сделать сегодня, не оставляй на завтра, как этот... Как его? Шайла Бал. Шайла Бала. Шайла... Ну, короче, вот этот вот главный герой трансформеров, самых первых. Так. Ты в порядке? Да, спасибо, что поймал. С третьего этажа. Чё, блин? А как стрелять? Воу. Вот прям вот так. Да, в бочку стреляй. А, я даже без прицела это сделал. Чё, не понравилось, паскуда, а? Вот будь у меня тоже вертолет, я бы вам показал. Вы видели? Он попытался конкурентов ногой отпнуть. Такой, я их сам прикончу, гнида. Опа, вертолет вернулся. Вот это я понимаю. Не то, что предыдущее. Стелс какой-то. Какие-то чертный автомат я просрал. Вот тут я понимаю. Ничего не надо делать. Просто пострелюшки и вот этот вот. Uncharted и кинцо. Так, я попасть не могу. Он слишком влево уехал. Не, по вертушке я не попаду. Сдохни ты уже, чертов терминатор. Точнее, этот жидкий робот.
Хорош. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Откуда они выезжают? О, там Волга вроде была. А, нет, это какие-то китайская разновидность. Ну, конечно, этого нам только не хватало. Берегись! Алёш! Приготовься, держись! Да-да-да. И наверх по вертушке. Так. Давай, Шерри, засади ему прям в двигло. И чё? Они улетели в воду? Или куда? Хорош. Как мотоцикл после такого всего не развали? А, ну вот этот момент там, где потом встретились с Крисом и Пирсом. Не Пирсоном, бро. Я в порядке. Пошли. Я в порядке. Папач за нами приехал. Дерьмо. Опа. Похоже, Редфилд и его бойскауты тоже здесь. Джейк. Ковбойская перестрелка. В китайском районе. Ау! Блин, я как бы хотел закончить на этом моменте. О, хорош, я перекатился в укрытие. О, патроны. И в укрытие обратно, что делать-то? Куда этот кузнечик упрыгнул? А, тут разламывает, вот же паскуда. Суки! Вот же ж вертушка. Нет, только не попа, Шерри. Она тут самая ценная. Хорош, Джейк. А ну-ка, кузнечик, сдохни. Да ты сдохнешь или нет, а сдох? А, патроны, все. А, нет, я автомат таки получил. Ну, чисто как утешительный подарок. Спасибо, Капком. Вы меня прям утешили. А что делать? Уничтожьте всех врагов. А, я понял. Так я вроде как всех и убиваю. А они все не заканчиваются. Мрут как мухи. Сейчас мы здесь живо всех расстреляем. А, сверху всех уничтожим. А, ну не-не-не-не. Нет, Шерри! Это последний, где? Куда? А, ну все. А проход нам сделали. Валим отсюда. А я-то думал, мы всю ночь здесь проторчим. Сюда. Бегу, бегу. Не, эти бриджи ей идут. Перепрыгнуть надо. Сейчас чуть дальше пройдем. И можно закругляться. Я после такого и экшена, и жо... А, он мне поможет, я так понял. Потому что Джейк у нас акробат, а Шерри... Шерри это Шерри, она у нее другое. Ее преимущество в другом. Так, что там написано? Бей врагов... Враги вокруг. Или бей своих, чтобы враги боялись. Ой-ой-ой-ой-ой. А если я так сделаю? А, они уязвимы, что ли, для флешек? Help! With what? Not sure.
Чё там? Сбейте вертолет. Окей. Как? Ну вы это сбейте его, а там посмотрим как. А сби... О! Да, опыт. Так, погодите. Так, этот... Крест на крыше, попытаюсь сбить... А, попытается. У него очень хорошо получается, верно? Я так понял, тебе надо сбросить лестницу, держи. Теперь сюда, туда-сюда. Так, опять на низ, походу на то. Так и мы вернулись на ту же самую улицу, вроде как. Да-да-да, кузнечик. С автоматом медведь сменить режим. А, чё? Так я сменил. Сраку получи. Чертовы кузнечик. Так, а мне-то как туда попасть, на крышу? Я не понял. Сбейте вертолет. А сбить мне предлагают крыса найти. Крысу. Криса. А погодьте, вот сюда надо, наверное. Да нет, а что тогда крест тут поставим? Крестик. На крышу предлагают залезть, там будет Крис, который поможет нам сбить вертолет. А, ну, там, походу, где-то еще одна лестница должна же быть. И где она? Тут спрыгнул еще ниже. Сбейте вертолет. А где вертолет? А вертолет наверху. Ну вот в чем проблема, а? Куда мне? Где? Куда? Вертолет где-то там сверху, я его не вижу. Вон он. Мне просто надо в него стрелять. Да блин, кузнечик сраный. Предлагает найти Криса, а Крис... видите, туда только Джек может зайти. Где там этот хренов вертолет? А, это этот... Ну так и чё? Так, вроде его там сбивают. Нам просто надо, что ли, отбиваться от этих, пока мисс Крис сбивает вертушку. Что ли? Ну я по-другому. Ну, сбейте вертолет. Так, ну я чё-то там попал. Урон пойдет по нему. Непонятно, там урон идет, не идет. Вроде по нему стреляет там Крис. Надо просто тут продержаться, что ли.
Крис сам его собьет. Надо просто тут отбиваться от этих тварей, пока мисс Крис вертушку сбивает. Написано мне сбить вертушку. Но она, он уже горит. Там сбивают ее? Джек, ее там сбивают или нет? Ну потому что выше, видите, мы не можем нам по... Вверх мы нам... А, вот все, вертушку сбили, наконец-то. Крис ее сбил. Да я ее быстрее сбил за Криса, чем вот сейчас. Новичок, блин. Типа Крис. Ну, смотрите, как надо сбивать вертушку. Давай, пошли. Наш приказ ни с кем не контактировать. Я знаю, что Уэскер был моим отцом. Вряд ли? А что? Нет причин. Может быть, я когда-нибудь его обидел? Чё? Чё я только что прочитал? Все, ребята, блин, на этом моменте закончим. Наконец-то, черт побери. Что это за вертушка? Если на мотоцикле пока что самым классным было это пробуждение Шерри и погоня, и гонки на мотоцикле. Все, все, как вот эти жетоны, блин. Я вот сейчас полезу реально в интернет, гляну, сколько этих сраных жетонов нужно было, чтобы достать автомат и получить там ящики с опытом было. Ну, хрен с ним, с ящиками опыта. Там, может, 5000 было. Конечно, 5000 неплохо, но все равно. Ну, типа, подачка в плане того, что... Вот держи автомат, ты все равно получишь, даже если не вскроешь. Это как-то так... Печально. А, стоп, можно тут переключать режим. А, вау, у него базука. Сука, блин. У этой хренотени была... Меня сразу не заметил. Я мог сбить вертолет, сука, быстрее. Я же увидел, там написано было. Режим там, а ну-ка подождите, как он называется? Медведь, автомат медведь, там был написано. Поменяйте режим у автомата медведь. Я сначала подумал, вот это вот пистолет, а этот пистолетер, блин, называется-то. Трехвостник? Трехствольник, мать вашу. Это только я сейчас заметил, видите, внизу там, где... Автоматический режим, какой-то лазер. И я думаю, что это такое за лазер? А это вот, видите, у него подстволка была. Сука, блин. Так, нет, тут режима никакого нет. Тут тоже только автомата и пистолета. Окей. Все, теперь надо каждое оружие проверять. Есть у них там режимы переключения или нет. Спасибо за просмотр и до следующих встреч вместе с Шерри и, блин, Джейком. Отлично, все. Пока.